Из 40 проектов, заявленных в этом году на грантовую поддержку в рамках программы «Агростартап» в составе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемой в Ленинградской области, одним из победителей стала лужанка Яна Коваленко, занимающаяся выращиванием клубники. Всего гранты получило 8 человек на общую сумму в 25 миллионов 700 тысяч рублей. Они создадут в регионе 8 субъектов малого и среднего предпринимательства, где будут работать 16 человек. Они станут заниматься фермерством, разводить кроликов, птиц, коз, коров, выращивать овощи и клубнику.